Сегодня в Упоровском районе на территории агрофирмы «Крим» проходит областной день поля 2022. Тема «Культура земледелия как успех эффективного производства». Участники осмотрели так называемые опытные поля, где агрономы вместе с учеными в одинаковых условиях высадили более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. А так они выясняют, какой из сортов наиболее продуктивен и устойчив к болезням. Не менее интересной стала демонстрация техники в работе. Упоровскую агрофирму для проведения выбрали не случайно. Местное производство уже давно успешно поставляет за рубеж конкурентоспособную продукцию. Это и семенной картофель, и товарный. Начиная от работы с землей, выравнивания, плодородия, значит, внесения питательных веществ, вот растворный узел, который мы посещали, смотрели. Именно комплекс подобного рода мероприятий позволяет производить именно вот такую конкурентоспособную продукцию.